В Харциске стартовал баскетбольный турнир памяти Сергея Самошина, в котором принимают участие команды харцистских школ. Площадкой для проведения соревнований традиционно стал спортзал технологического техникума. Вчера на его паркет вышли девчонки из 3-й, 22-й и 24-й школ. Лучшую игру показала команда средней школы номер 22, которая в итоге и заняла первое место. В мае в борьбу за кубок Сергея Самошина вступают мужские команды.